Этот выпуск программы мы посвятим новому виду медицинского документа. Все знают эту историю. Ну вот, что такое генетическое тестирование? Как оно проводится? Зачем оно нужно? Мы придумали и продвигаем такой продукт, как генетический паспорт. Современные технологии за относительно небольшие деньги позволяют расшифровывать огромное количество мутаций, это сотни тысяч. Так. Человек неактивный, потому что он полный, или он полный? Полный, потому что неактивный, да. Некий такой оптимум, да, между количеством получаемой информации, количеством расшифрованных генов и стоимостью. А как вообще говоря, генетика работает в разных этносах. Безумная надежда и ожидание, что вот сейчас мы все поймем. Если не чешется, не чеши. Ну да. То есть заболевания нет, а психоз уже есть. Да.